Смотрите, как классно сделан шарф, тоже по принципу манишки, которая сейчас очень актуальна. Но здесь именно маленькая очень пончо, микроверсия пончо с бахромой. И наверху здесь не видно, к сожалению, на камере, воротник есть на самом деле отложной. Тоже с бахромой, очень классная вещица и тоже будет классно согревать, но надеваем его уже поверх пальто. Посмотрите, какой интересный вариант тоже ношения двух верхних слоев. Сразу жилет поверх очень плотного толстого пуховика. Мы тоже это видели уже в моем видео про то, как мы носим верхнюю одежду в этом сезоне. И вот наглядно этот тренд продемонстрирован. Достаточно тонкий жилет, но при этом плотный, именно как пальто, поверх такого огромного пуховика. Конечно, мы мало с вами что увидим, но просто вам показываю, чтобы вы уже увидели также принты, которые сейчас актуальны и которые использует эта марка. Они часто делают одежду с принтом, с ярким принтом. Друзья, несмотря на то, что мы немного перевалили за середину октября во время съемок, уже появляются первые новогодние витрины, новогодние украшения в магазинах. Вот так выглядит одна из витрин. Как вы видите, здесь полно различных новогодних, рождественских украшений. Мне, конечно, кажется, что это немного рано. Я еще совсем не ощущаю себя в новом году и как-то новогодней атмосфере в том числе. Но вот уже постепенно начинаем готовиться. Это тоже местная фирма, которая называется Message. Здесь тоже очень по-скандинавски. Во-первых, яркие цвета сейчас очень популярны. Идет параллельно отражение другой витрины. Поближе подойду. Цвет зеленый не так хорошо передается. Внизу брюки палаццо. Вот как раз сейчас передается истинный цвет. И из такой же ткани сделано платье. Тоже очень актуально сейчас силуэт платья с резинкой в части груди и живота. И дальше просто расширяющаяся к низу. Такая форма платья, кстати, часто встречается во многих брендах от масс-маркета до среднего ценового сегмента и люкса. Вообще, друзья, знаете, что заметила? Хочу с вами поделиться, что в магазинах, что в торговых центрах, несмотря на то, что датский дизайн очень классный и вещи очень часто бывают нестандартные, с точки зрения именно мерчендайзинга, то, как представляются вещи и то, как их комбинируют между собой мерчендайзеры, стилисты, немного уступает все-таки тому, как это сделано во Франции и в Италии.
Бренд называется NV, точно не знаю, как его произнести. Это тоже молодежный бренд, местный, датский бренд, молодежный. И здесь, как вы видите, тоже сразу по фасонам, по тканям. Здесь, на самом деле, есть интересные варианты, можно найти тоже. Как, посмотрите, как сейчас тоже актуально оформлять витрины. Во многих тоже торговых центрах сейчас очень часто украшены пространства вот такими цветами вручную сделанными. Помните, были у нас рукоделия, кружки в школе? Вот то же самое сейчас супер актуально в Дании. Покажу вам и ребят тоже. Это Mads Nørgaard, то есть очень известный бренд здесь, местный бренд. Вот так у нас, получается, ходят ребята здесь. Сбоку сейчас мы посмотрим на пальто. И посмотрите, просто пальто надето у нас поверх обычной белой футболки. И дальше идут черные джинсы. Здесь у нас целая галерея различных манекенов. Есть на что посмотреть. Давайте каждый рассмотрим по отдельности. Супер красивый приталенный жакет. Посмотрите, как он красивый. Он приталенный, но при этом имеет современную форму. Удлиненный. Совмещается с красным. Классическое тоже сочетание. Черное с красным и с белым. Дальше удлиненный жилет. Тоже очень красивый, лаконичный. И сочетание с брюками гусиную лапку. Дальше супер комплект, просто вырви глаз. Совершенно необычный по сочетаниям. Внизу ботинки прорезиненные Челси. Дальше идет платье, очень легкое платье с розовым и с красным. Актуальное тоже сейчас сочетание. Посмотрите, как интересно выполнено это все. И жилетка. Класс. Очень тоже красивое пальто-накидка. Мне нравится необычно, как оформлен рукав с резинкой. И оно идет без лацканов, тоже в сочетании с красным. Как видите, вся витрина сейчас оформлена именно сочетанием красного, черного и белого. И также много одежды с принтом. Обожаю витрины Hermès, у них всегда очень классные задумки, просто невероятное исполнение этих задумок. И смотреть на эти витрины, рассматривать их одно удовольствие. Друзья, несмотря на то, что я постараюсь показывать все-таки бренды, которые у нас не так часто представлены, эко представлено, но хочу обратить ваше внимание, они выпустили хорошую серию обуви. Вот, например, как вот эти белые Челси. Здесь очень хорошее качество кожи, они безумно удобные и выглядят достаточно современно. Или вот эти, например, с акцентом в виде молнии посередине. Они выглядят тоже очень современно. Спортивная линейка от Boss.
Так, а это у нас новиночка от Bottega Veneta, как раз на витрине выставлена. Новая It Bag от этого бренда. Посмотрим, насколько она закрепится в своих позициях. Вот пример, друзья, тоже постоянно вам рассказываю в своих видео про то, как сейчас жилеты носят поверх пальто. И вот он еще один пример, еще одно доказательство того, что этот тренд полностью входит в моду в Скандинавии. Уже многие так одеваются, я вижу, на улицах так многие ходят. Что у нас в Max Mara красивого, супер уютная витрина, супер хуге, я бы сказала. И здесь укороченная куртка Тедди, которая тоже всем известна в виде пальто. Очень красивый, конечно же, тоже уютный образ с шерстяными брюками. Рядом брюки более широкого фасона и тоже такой свитер, можно сказать, с оленями, только он с альпаками и варежки. Классно. И девушка в двух свитерах сразу. Более тонкая водолазка и свитер потолще сверху. И тоже шерстяные брюки расслабленного фасона. Очень красивый. И цвет, и сочетание. И мне очень также нравится меховая сумочка, которая является полностью в трендах сейчас этого сезона. Видите, на ней написано так, что там Макс... буковки М, как логотип, как монограмма на этой сумке. Супер. Ну что, друзья, магазином Ганни, родом из Дании, как раз-таки заканчиваю этот обзор витрин из Копенгагена. Надеюсь, вам понравился этот короткий обзор. Посмотрели, мы с вами прогулялись по городу, посмотрели, что есть в магазинах, что выставлено на витринах. Последние тенденции тоже почерпнули именно из этих экспозиций. Не забудьте поставить лайк, друзья, если вам понравилось это видео, напишите свой комментарий в поддержку канала. И, конечно же, подписывайтесь, я всегда рада новым подписчикам, новым гостям на моем канале. Я желаю вам, друзья, найти ваш индивидуальный стиль, я вам в этом помогу. И до новых модных путешествий, до новых встреч, друзья. Пока-пока.